читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры открылась книжно-иллюстративная выставка «Самый дорогой человек», посвященная Дню Матери. Последнее воскресенье ноября в России отмечается День Матери. Мама – самое первое, главное и древнее слово для всех языков, культур и народов. В любом возрасте мама для нас – единственный близкий и дорогой человек. Мать и материнство, воспеты в прозе, стихах, работах знаменитых художников. Облик матери уже в устном народном творчестве приобрел пленительные черты. Тогда же начинает культивироваться образ материнства через особо чтимый в народе образ Богоматери. Многие художники и музыканты воспевали образ Девы Марии. На выставке нотный сборник «Аве Мария» с произведениями композиторов прошлых лет. Петр Чайковский, выросший в атмосфере семейной любви, включил в детский альбом пьесу «Мама». Григу принадлежит песня «Старая мать», Гаврилину – «Наши мамы». Образы любящих матерей находим в Тарасе Бульбе, «Преступлении и наказании», «Молодой гвардии». Тема материнства продолжилась в музыке в советский период. На выставке «Песни о матерях», созданные композиторами Тухмановым, Соловьевым Седым, Флерковским, Френкелем, на стихи известных советских поэтов. Представлены также невероятно добрые, интересные, искренне детские книги про мамочек, произведения разных жанров. Роман Горького «Мать», проза Вересаева и Шукшина, проникновенные и душевные стихи Есенина и Гамзатова, опера Хренникова «Мать», репродукции картин и пословицы, посвященные самому дорогому и близкому человеку для каждого из нас – матери.